Сейчас посмотрим. Да, у нас тут тактики толком и нету. Я вот предлагаю так же, как и на предыдущий, одного человека оставлять, чтобы он бегал кругом по всей карте. Хорошо. Так, мы начинаем вот с этой стороны, с С. Ну что, танц в дом. Пойдем тогда, это, Логард снайп где сидеть, да? Ну, я на С. Все, тогда мы с Гесом идем на Альфу, вот и все. Зафак, это тут? Гес, сидишь на пляже. Просто на пляже сидишь. У тебя что, глушак? Ну, это тут, наверное, ни к чему. Втроем Альфу берут сначала? Да, мы, наверное, втроем побежим. Окей. С Мазафакой на Альфу, чтобы точно ее взять. Хорошо, а потом тогда потом Мазяка оттянется. Потом Мазяка в дом в какой-нибудь оттянется, в сейф, например. Если сможет, ну, если получится. Логарс на С? Почему? В сейф. Мазафака затянется в сейф, чтобы С смотреть. И куда мне сейчас бежать изначально, да? Сейчас на Альфу бежим, да. Но сейчас мы никуда не бежим, это не лайк. А, не лайк? Короче, смотрите. Мазафака, мы бежим сначала втроем на С. Я, Гес и ты бежим на Альфу. На С бежит Логарс. Танк знает, куда бежать. Потом, как если мы забираем Альфу, Гес остается на Альфе на этом, на пляжу.